Уголовное дело с аферами в сфере автострахования. Планируется, что уже завтра в Доме правосудия состоится оглашение приговора. По информации Мингорсуда, вердикт будет вынесен 17 обвиняемым в мошенничестве. А я напомню, что об этом деле мы рассказывали в октябре прошлого года. Тогда по материалам ГУБО было известно, что мошенническая схема с автостраховками принесла аферистам из Солигорска 160 тысяч рублей. О том, что деньги за разбитую машину, которая даже не попадала в аварию, можно вытягивать со страховых компаний 4 года назад, понял идейный вдохновитель преступной группы. Первый эксперимент мужчина провел на собственной Volvo S80. Причем аварии как таковой даже не было, а была лишь грамотная инсценировка. Но это не помешало злоумышленнику получить свои первые деньги. С тех пор аферист, заручившись поддержкой своих единомышленников, провел еще почти два десятка подобных инсценировок.